Друзья, всем привет! Как и обещали, проводим сегодня розыгрыш мыла ручной работы, который я изготавливаю сама. Так как желающих оказалось очень много, мы решили провести розыгрыш сразу в 2 тура. Но вы не расстраивайтесь, туров у нас еще будет очень много, мыла у нас еще в наличии тоже достаточно. Вот есть такое вот мыло еще, есть у меня мыло с разными ароматами, приятными на выбор. Лобовист такой хороший, брикет с картинкой. Ну а теперь узнаем, кто же стал победителем первого брусочка мыла. Передаю слово Грише. Григорий? Ой, наконец-то мне дали возможность сказать. Я уже думал, не дождусь. Друзья, всем привет! Я не буду томить вас в долгом ожидании идти на середину, поэтому приступим сразу к розыгрышу первого кусочка мыла. Итак, разыгрывать мы будем при помощи этого данного сайта, который в случайном порядке выбирает одно из чисел. В данном случае мы выставляем от 1 до 20, так как в розыгрыше у нас участвует всего 20 номеров. По правилам, один участник может иметь не больше 5 номеров в туре. Итак, приступим. Я нажимаю кнопочку, и у нас выпадает цифра 7. А по цифре 7 у нас участник Наталья Иванова. Наталья, я поздравляю вас от всей души. Ну, а тем, кто не победил в первом туре, я желаю победы в следующих турах. Ну, а я передаю слово Анне. Анна? Я тоже хочу поздравить Наталью с выигрышем и сказать, что она может выбрать любое представленное мыло, которое участвует в данной акции. Ну а теперь мы переходим ко второму туру и узнаем, кто же выиграл следующий брусочек мыла. Гриша, тебе слово. Спасибо. Ну а я снова никого не буду мучить ожиданием и нажму нашу волшебную кнопку. Хотя нет, давайте поговорим о погоде. Как у вас дела? Ладно, я шучу. Нажимаем нашу заветную кнопку, и у нас выпадает число 14. И я поздравляю победителя второго тура под номером 14, которым является Евгения Денисова. Хочу добавить, что все победители во всех турах получат свои выигрыши абсолютно бесплатно по почте России. И я передаю слово Анне. Ну я также хочу поздравить Евгению с выигрышем. И также сказать, что она может выбрать любой брусочек, представленный в акции. Ну вот, мы сегодня узнали победителей розыгрыша этих 2 туров. Но вы не отчаивайтесь. Если вы не успели принять участие в розыгрыше этих 2 туров, вы можете принять участие в следующих. Но спешите, мыло осталось в ограниченных количествах. Ну а теперь я со всеми прощаюсь. Удачи всем и до встречи!